Всем привет, друзья! Сегодняшнее видео я посвящаю тому, что как разобрать, починить китайскую автомойку. Вот. И что нужно для того, чтобы... Вот видите, вот эту штуку забыл поставить. Вот. И что нам нужно для этого? Для этого нам нужно ее разобрать, раскрутить. А тут идет у нас 15 винтов. Вот, откручиваем их. И вот у нас получается внутренность. Вот смотрите, у нас идет такая вот внутри система. Ее аккуратненько снимаем, откручиваем. Вот. Что, в чем проблема? И тут у нее это в том, что она заклинила тут. Вот если посмотреть, есть вот такая вот хитромудрая система. Вот видите, вот здесь идет ролики. Вот если вот так вот я снять, вот тут идет у нас три подшипника, раз подшипник, два и три, и между ними идет вот такие вот шестеренки, которые цепятся вот здесь вот на вот и вот сцепки. И значит, я все вот разобрал, смочил, промазал, и сейчас вот хорошо полностью все смазал. И вот тут еще эти шестереночки вот нужно промазать хорошенечко, чтобы они тут купались. Вот. Потом одел вот так вот. Вот видите, оно идет у нас. Вот видите. Так идет, и вставляем его на место. Так, это так. Вот тут у нас идет оно под вот так вот. Оп. И вставляется. Надо, чтобы вставилось в шестеренку. И вот здесь вот смотрите, у нас промазываем, может быть, и там дальше. Вот тут надо не пожалеть этого все дела. Так, есть. И вместе берем, вставляем. Так вот. Сначала так, потом идет у нас. Встала, и здесь встала, все, и здесь у нас идет вот это вот так вот, видите, вставляется. Опс, все, винтики все смазываем тоже, чтобы они, так сказать, тут влажности очень много, чтобы не держались. И проверяем. Вставляем, вставляем. И, честно говоря, вот это все, оно шло. Thank you.
вставляем воду и делаем проверку. Кому понравилось видео, ставим лайки и подписываемся на мой канал. Хороших всем видео. И причем вам хочу отметить то, что когда я принес эту автомойку на ремонт ребятам, они сказали, что Китай, ничего не делаем, все это одноразово и так далее. Вот вам, пожалуйста, можно еще вторую жизнь дать вот этой вот прекрасной автомойке, еще не одну сотню раз помыть машину. Всего доброго, всем хороших видео.